Сотрудники Россельхознадзора продолжают проверку мест уличной торговли саженцами, мониторят плодовые культуры, декоративные растения и рассады овощных и цветочных культур. Выявлено нарушение действующего законодательства в области семеноводства и карантина растений. Так, у 5 граждан отсутствовали документы, подтверждающие фитосанитарное состояние продукции, что может привести к проникновению и распространению на территории Ивановской области карантинных объектов. Саженцы, реализация которых осуществлялась без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, сняты с продажи даже по решению собственника. За нарушение требований действующего законодательства в отношении граждан составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.